В самом разгаре прямой эфир, а это святая святых утренней программы. Именно здесь решают, что и когда выпустить в эфир. Главный Дмитрий Харин. На этом месте за пультом режиссера он работает уже 10 лет. И если бы он любил поспать, липчане вряд ли бы смотрели утреннюю программу каждый день. Каждое утро с 6:30 до 8:20 утра телезрители видят эти декорации в эфире программы «С новым утром». Вот так выглядит наша студия глазами ведущего. На самом деле она расположилась совсем в небольшом помещении. Несмотря на то, что наши гости здесь и поют, и танцуют. Помимо дивана и стойки, здесь уместилось огромное количество оборудования и специальной аппаратуры. А так все начиналось. Это самый первый выпуск программы «С новым утром» на дворе 2006. Тогда Наталья Тюрина на себе испытала, что такое моржевание. Ради зрелищности программы молодые и амбициозные журналисты были готовы пойти на многое. Позже Наталья Тюрина из журналиста переквалифицировалась в ведущую, а моржевание стало для нее не просто темой для съемки, а настоящей страстью. Теперь и в воду заходит без опаски, и после бодрящих процедур не болеет. В программе «С новым утром» с тех пор тоже многое изменилось. Вместе с техническим прогрессом в ногу идут и сотрудники телекомпании. Да. Информационное поле вообще поменялось. Сейчас люди живут в социальных сетях, постят фотографии, ставят лайки. И мы стараемся успевать идти в ногу за временем. И самое главное, что мы создаем, это хорошее настроение, потому что как бы ни менялась наша жизнь, наше информационное поле, утро всегда остается одинаковым. И самое главное, это создать позитивное, доброе настроение с утра, что мы и делаем. За 10 лет существования что только не происходило в наших эфирах. В 2008 году программа завоевала самую престижную награду в сфере региональной журналистики ТЭФИ. Тогда это был большой скачок вперед и стимул работать дальше и развиваться. Я думаю, этот орфей, это будет таким стимулом еще лучше работать не только этой программе «С новым утром», но и всей нашей телекомпании. Спасибо большое. Больше 2500 эфиров, сотни сюжетов и специальных проектов, многие из которых были эксклюзивными. Но это только начало, уверяет команда. Мы продолжаем идти вперед для наших телезрителей. Татьяна Кощук, Тимофей Астахов, ТВК Новости. Всем пока!